Детский сад на 200 мест сдадут военные строители до конца 2020 года в поселке Сулак Кировского района Махачкалы. Строится он в рамках национального проекта «Демография». За последние 70 лет это первое дошкольное учреждение, которое возводится в этом населенном пункте. Старый сад был построен еще в 1947 году и изначально не был предусмотрен под образовательное учреждение. Во дворе нет беседок и условий для прогулок детишек. Новый ясли-сад спроектирован в соответствии со всеми современными стандартами. Он будет приспособлен и для людей с ограниченными возможностями. Строительство современного сада позволит решить проблему с очередями, в которых на сегодняшний день стоит около 200 поселковых детишек. Отметим, что этот социальный объект – один из 74 строящихся в нашей республике силами Минобороны.